8 человек пострадали в аварии недалеко от Аткарска, в их числе четверо детей. Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в котором ехала семья из Волгограда. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу. В лечебном учреждении не удалось спасти жизнь годовалому ребенку. Состояние троих детей и четверых взрослых оценивается как тяжелое. У пострадавших болевой шок, черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, рваные раны и ушибы. В Аткарскую больницу из Саратова прибыла бригада санавиации с хирургом, нейрохирургом, реаниматологом.